Всем привет! Сегодня на обед мы приготовим вкуснейший борщ. Каждая хозяйка готовит это блюдо по-своему. Наш рецепт передается из поколения в поколение. И, честно сказать, вкуснее я не пробовала. Но решать вам. Давайте приготовим вместе. Мы взяли свиную голень, или как ее еще называют, рулька. Отправили в холодную воду на бульон. После закипания не забываем снять накипь. Пока варится рулька, подготовим все необходимые овощи. Ингредиенты вы можете видеть на экране, а также в описании под видео. Первым делом тонкой соломкой нарезаем свеклу. А также половину лука мелкими кубиками. Спустя час после закипания бульона отправим в него свеклу и лук. Тем временем нашинкуем капусту как можно тоньше. Болгарский перец нарежем соломкой. Картофель небольшими брусочками. А также измельчим чеснок и зелень. Теперь можно приступить к приготовлению поджарки. Для этого нарежем оставшуюся половину лука мелкими кубиками, а морковь натрем на крупной терке. На разогретую сковороду наливаем растительное масло, высыпаем лук и обжариваем 2-3 минуты до тех пор, пока он не изменит цвет. Теперь отправляем морковь и жарим овощи до золотистого цвета. В конце добавляем натертые на терку помидоры и сахар. Пару столовых ложек. Продолжаем жарить на среднем огне 7-8 минут. Когда свекла стала практически бесцветной, достаем мясо, из которого мы приготовим вкуснейшие макароны по-флотски. В кипящий бульон отправляем вариться картофель. После закипания посолим по вкусу. Как сварится картофель, можно добавлять капусту и болгарский перец. Проварим 3-5 минут, отправим поджарку, чеснок и зелень. Дадим настояться 15 минут и можно подавать к столу. Приятного аппетита! Подписывайтесь, чтобы не пропустить наши новые рецепты простых домашних вкусностей.